Не прошло и полгода, как продолжение знаменитой серии Devil May Cry добралось до PC. Герой первых трех частей, Данте, отошел на второй план, уступив главную роль Нерону, импульсивному молодому человеку, также наделенному демонической силой. Очевидно, заключается она в руке, необычной как внешне, так и по функции. С ее помощью Нерон может хватать и притягивать предметы в нескольких метрах от себя. Огромная мощь и нулевая уязвимость, само собой. На этом и строится игра за нового героя. Хотя базовые движения и позаимствованы у Данте, демоническая рука здорово расширяет способы расправы с врагом. Шмякнуть от всей души небольшого демона об пол, монстра побольше раскрутить за хвост и зашвырнуть в туманные дали или просто притянуть к себе и сполосовать мечом. Выбор велик, а эффективность новых приемов не вызывает сомнений. Другое боевое нововведение связано с мечом Нерона. Дело в том, что он заводной. Даже рукоять стилизована под мотоциклетную. Завод набирается нажатием клавиши, усиливая удары и прочие приемы. Впрочем, разработчики не стали списывать со счетов и уже привычный поклонникам серии стиль Данте. Наоборот, они модифицировали его и сделали полноценным элементом новой игры. 7 из 20 миссий мы управляем уже знакомым героем. Данте научился на ходу менять стили, отвечающие за усиление боевых качеств. Напомним, раньше они требовали тренировки, и выбрать их можно было только перед миссией в контрольных точках. Теперь же уровни новых приемов просто покупаются за местную валюту. Стоит ли говорить, как это обостряет желание поэкспериментировать с тактикой и боями в целом? Впрочем, с товарищем Данте не все гладко. 6 из 7 его миссий — это возвращение из последней локации в первую. Окружение изменяется минимально, если изменяется вообще. Даже расположение камер прежнее. И даже боссы, уцелевшие после встречи с Нероном, окажут гостю теплый прием. Точно такой же теплый прием. Думаете, хоть тогда вы уже наконец распрощаетесь с ними насовсем? Не тут-то было. В роли Нерона вы еще раз повидаетесь с этой компанией из четырех неприятных существ. В полном составе. Тем не менее, боссы в Devil May Cry 4 определенно удались. Они по-прежнему уникальны и не похожи друг на друга. В конце концов, бои с ними интересны и зрелищны. Да и вообще, зрелищность — одна из самых сильных сторон игры. Модели, эффекты, анимация и графика в целом оставляют самые приятные впечатления. Даже не верится, что игра была портирована с консолей. Единственное, на что можно пожаловаться, если уж жаловаться, на легкую размытость текстур в некоторых локациях. Как и прежде, готические виды играют немалую роль в оформлении. Но атмосферу уже нельзя назвать гнетущей. Да, местами тут по-прежнему мрачновато, но воспринимается это уже совсем по-другому. А несколько уровней вы и вовсе проведете среди скал и густой зелени, что совсем не вписывается в былой образ мира. С другой стороны, разработчикам удалось добиться неплохого контраста. Наконец, знаменитые игровые ролики по-прежнему завораживают. И хотя четвертая часть все же немного проигрывает третьей по части боевых сцен, да и отношения Нерона с его возлюбленной не столь драматичны, как следовало бы по строгим канонам жанра, несмотря на это, ролики по-прежнему можно пересматривать с огромным удовольствием. Игра вышла сильной, яркой и зрелищной.